Когда у тебя день рождения? 8 июля. А у Ваньки? 1 июля. Точно. Мы все родились летом. Как думаешь, это хорошо или не очень? Ну, я думаю, что хорошо. А я вот когда училась в школе, от этого страдала, потому что все дни рождения мне приходилось отмечать с родителями на шашлыках, потому что все мои одноклассники вечно были в каких-то разъездах и в лагерях. Срок беременности и дата родов. Как рассчитать это? И нужно ли вообще такими вещами заморачиваться? Обсудим в нашей программе.